Видео представлено сайтом onlinegdz.net, номер 937, алгебра Макарыча, 7 класс. Докажите тождество. А в восьмой степени минус b в восьмой степени должно равняться а минус b умножить на а плюс b умножить на а квадрат плюс b квадрат умножить на а в четвертой степени плюс b в четвертой степени. Левую часть равенства мы пока не трогаем, а рассматриваем правую часть. Итак, а минус b умножить на а плюс b. Мы видим, что это произведение суммы разности двух выражений. Согласно формуле, это будет разность квадратов наших выражений. А квадрат минус b в квадрате. Далее, а квадрат минус b квадрат теперь умножаем на а квадрат плюс b квадрат. Мы получаем, что эта формула снова сумма и разность, произведение суммы и разности двух выражений. Формула разности квадратов наших выражений. Снова сворачиваем, получаем такую формулу. А в четвертой минус b в четвертой. И опять умножая на а в четвертой плюс b в четвертой мы получаем а в восьмой минус b в восьмой. Постепенными преобразованиями нашей формулы мы получили верное равенство. А в восьмой минус b в восьмой равняется а в восьмой минус b в восьмой. Тождество доказано. Больше видео. Подписывайтесь на наш канал.